Всем привет! Вы на канале VNG Build House. И с вами мисс Садовод. Это я. Присоединяйтесь к нам. Итак, вчера мы дезинфицировали почву. Скоро приступим к посеву семян и выберем лучшие пакетики с семенами. А сегодня у нас подготовительные работы. Если вы хотите быть здоровым, бодрым, вырастить что-нибудь себе на подоконнике или в саду, или в огороде, присоединяйтесь к нам. Поехали! Итак, вам будет необходимо земля, которую мы с вами обеззараживали вчера. Не забудьте про перчатки любые. Дальше покупаем стаканчики или, как я, приносим из теплицы и моем их, чтобы они у вас были чистенькими. Так, не забудьте себе купить какой-нибудь пластмассовый ящик. У меня он 8-10 сантиметров. Зачем? Как вы думаете? Да очень все просто. Берем стаканчик, ставим, у нас все красиво, аккуратно. Да, в любом доме, в любой квартире, куда угодно это можно поставить и выращивать себе вкусняшки. Так, дальше пленка. Или если у вас нет пленки, опять же, не беда, любой пакетик нам понадобится с вами. Пульверизатор. Так, не забудьте, пожалуйста, какие-нибудь разные формочки, какие у вас только дома есть, даже может быть просто из-под яиц. Так. А будет замечательно, если вы к себе вот такую штучку приобретете. Видите, сразу для общего посева очень-очень удобно. Так, дальше водичка отстойная, только отстойная. Дальше марганцовочка, продается в аптеках. Любая. Есть и такая, есть вот в форме. Кубичка. Так, дальше циркон или эпин. И не беда, если у вас их не будет. Это стимуляторы роста. Это не реклама. А для чего они нужны? Ну, чтобы растению было больше питательных веществ. Но в семенах и так есть питательные вещества, которые будут необходимы нашему маленькому саженцу. Поэтому, если у вас их не будет, ничего страшного. В дальнейшем нам понадобится. Если есть дома перекись водорода, замечательно. Нам с вами пригодится. Возьмите 2 стаканчика или 3. Расскажу потом, зачем. Если есть наклеечки, тоже прекрасно. Если нет, приготовьте себе маркер и какую-нибудь бумажечку. Нам понадобятся диски, а также классная штучка. Любая хозяйка знает. Это есть в стиральном порошке. Очень удобно для наших маленьких саженцев, чтобы их аккуратненько с разных сторон, да, полить, когда они будут совсем маленькие у нас. Так, не забудьте, пожалуйста, про марлю. Такие вот сделайте себе небольшие кусочки. Тоже расскажу, зачем все это дальше. И я думаю, что пока все. Скоро мы с вами начнем заниматься. Мы с вами посеем семена. Смотрите, у меня тут еще остались 2 елочки с зимы. Тоже надо мне их пересадить, все, руки не доходят. Но и моя гордость искала, бегала по всему городу, нашла лавр. У нас он не растет, он должен только в доме расти, потому что у нас очень холодно в нашем регионе. Видите, у него тут корешочки, его пора-пора уже пересаживать. Но это опять же, да, другая история. Присоединяйтесь к нам на канал. Спасибо, что вы с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь, это очень нам помогает. Ничего нет невозможного. Двигайся, чтобы сохранять равновесие. Ну все, всем пока, до новых встреч!